И всем привет, друзья, вы на канале Мистер Ромин, с вами Ромчик. И сегодня у меня очередной бесплатный пак, который вышел на моем Discord сервере. Ну, сейчас расскажу подробнее. В общем, на что этот пак? Пак этот на вот такой прекрасный газ. Газ, если точнее, газ М20 Победа. Вот такой вот красивый, прикольный. Ну, не буду мерить, сразу приступлю к обзору. У него все вот открывается, двери, конечно, и сразу вот такой баг есть, да. Никак я не могу исправлять такие баги с моделями из интернета, то, что у них вот тут прозрачное. К сожалению, не могу исправлять. Так что, извиняйте, не бейте. Ну ладно, ну, то есть, дверь открывается хорошо. Дальше идет капот. Он тоже открывается и вроде, ну как по мне, открывает. Кстати, этот баг я подправил, теперь капот открывается намного лучше и более правильно. Тоже хорошо. Но не уверен для кого, как, но для меня хорошо. Так. Ну то есть вот тут такое красивое подкапотное пространство. К сожалению, то все не снимается, двигатель тут просто ставится сюда невидимый. Но к этому я приступлю чуть позже, к двигателю. Также открывается еще вот эта дверь. И этот баг я тоже подправил. Дверь все же осталась этой дырой, но она теперь хотя бы не прозрачная. Так, закройся. Ну и теперь садимся. То есть вот сидим мы так прям хорошо, идеально. Руки никуда не вылазят. Ну есть вот такой маленький хитбокс, но он вообще ни о чем. Не хитбокс, точнее часть руки. Но он вообще никак. Ну то есть все нормально, сидим. Высота нормальная, руль хорошо, крутится, все нормально. У него также работают вот фары. И... А, поворотники. Ну и вот, и поворотники. То есть ночью это будет заметнее намного лучше. Вот Time Set Night. И то есть вот, все хорошо работает. Так, ну то есть все. Он едет. Пак этот, сразу говорю, он независимый, то есть он сам по себе, к нему ничего устанавливать не надо. То есть вот все есть, все хорошо. Собственно, в этом паке всего лишь 5 вещей. Ну, то есть, сама газушка. Дальше идет колесо. Потом идет сиденье. И двигатель. Тут они с иконкой, но в паке они без иконки, так как я его тут отдельно засунул. То есть вот так вот все работает. Так, ну, ехать нам не надо, мы уже прокатились. Так, ну чисто вот, смотри. Ищем Победа. Вот колесо, и вот сама газушка. То есть мы спавним, и все, она сразу же вся собрана. То есть я поставил, садимся и едем. То есть все хорошо. Дым идет вроде бы как откуда надо. Да, вот труба выхлопная. И идет откуда надо. Колеса тоже нормально, они не, ну, они немного провалились, но не прям сильно. Ну, не сильно даже заметно, то что не провалились. Просто я замечал некоторые паки, в которых колеса они делали неправильно, автора, и колеса как-то проваливались сильно. То есть они сильно под блоками были. А тут более-менее нормально. То есть вот, двигатель такой нормальный, звук такой нормальный. Колеса дрифтят, все нормально. Ну как дрифтят? Дрифтят, если при таком сильном резком повороте. Разгон такой средненький, не сильно быстрый, не сильно медленный. Так что, в принципе, нормально. То есть ездит. И так, что еще рассказать даже? Как-то быстро я уложился даже. В общем, этот пак можно скачать уже. Вот когда видео вышло, пак уже есть на сервере. И, собственно, да. Все, его можете просто зайти, скачать, установить мод Immersive Vehicles и установить этот пак. Никакие дополнительные паки устанавливать не надо. Но если вы играете с другими, то можете играть. То есть никаких конфликтов, ничего не будет. Желательно установить версию Immersive Vehicles 2.0.4.0. Вроде бы такая. Ну, 2040, можно сказать, условно. То есть вот, едет хорошо. Нормально. Все, вот максималка. Ну, как по мне, для газушки это прям нормально. Прям такая нормальная скорость. Колеса поворачивают даже более-менее. Ну, то есть, управляемость у нее такая нормальная. Так, ну, понятно то, что тут. Если вот так съехать, то колеса начинают тут такую фигню творить.
Ну и сейчас просто прокачусь на ней. Ну, в общем, вот. Обзор закончился. Пак этот на моем Discord сервере. Спасибо за просмотр. Скачивайте пак, пишите отзыв на сервере. И всем пока!